Слово «АУЛ» на разных языках мира написали жители Петропавловска. Агитационная группа этой партии сегодня организовала межкультурный фестиваль и приурочила его ко Дню Благодарности. Члены АУЛа встречали жителей Петропавловска в одном из торговых центров. Представители этнокультурных объединений пели и танцевали на импровизированной сцене. Каждый из них на доске написал слово «АУЛ» на своем родном языке. Между песнями и танцами партийцы успевали рассказывать потенциальным избирателям о своей предвыборной программе. Данное мероприятие как раз таки нацелено было на то, чтобы народ Казахстана жил в дружбе и в согласии, чтобы было мирное небо над головой. А также хочу поздравить всех народов Казахстана с днем благодарности, которое у нас отмечается повсеместно 1 марта. Желаю всего самого хорошего.